Всем привет! С вами интернет-магазин kato.ru. Покупайте лучшее, про остальное забудьте. С вами Колесов Андрей. В этом видео я хочу рассказать про новинку нашего интернет-магазина. Такой маленький культиватор-аэратор фирмы DeWitt. Называется он Ninja. То есть это такой инструмент двухсторонний, мультиинструмент. С одной стороны, это такой трехзубый культиватор, рыхлитель. А с другой стороны, такой однозубцовый, уже кончик такой остро отточенный. То есть им очень хорошо работать таких на небольших объемах, либо с комнатными растениями, либо на балконных ящиках, либо в вазонах больших, то есть на небольших площадях, как говорят в Европе, размером со след ноги. Вот такие вот размеры небольшие. То есть можно таким способом работать, переворачиваем и уже работаем тонким кончиком. Общая длина этого инструмента составляет 20 сантиметров. Он очень легкий, наверное, весит грамм 50. Но что, в то же время на него распространяется гарантия. Стоит он не так дорого. Гарантия 100 лет на этот кованый садовый инструмент. Здесь шикарное выбито клеймо DeWitt. Такой замечательный инструмент, мультиинструмент. Покупайте этот инструмент в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.